Я хочу обратить одну вот маленькую толику внимания. Я ведь спросил тех, кто хочет служить России. Песня зазвучала, я спустился в зал, и ребята говорят, ну идите. Ну не, ну мы не можем. Но когда они увидели строй, идущий на сцену, нет, мы тоже пойдем. Может быть, в этом и есть наше российское братство? Может быть, и это правильно, что в городе Выборге Апраксин смотрит на Петра, Петр смотрит на основателя Выборгского замка, а основатель Выборгского замка смотрит с сожалением на то, что теперь город Выборг тоже российская земля. И может быть, вот эти славные традиции наших отцов и дедов, которые подарили нам этот мир, которые отстояли наш город в 40-х годах и не сломались в годы блокады Ленинграда, позволят нынешнему поколению твердой поступью идти по жизни, идти вместе с Россией. Счастливого и доброго пути, выпускники 2019 года! Удачи! Добрый путь, дорогие выпускники! У вас есть уникальная возможность сфотографироваться у флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга. Спасибо большое! Всего доброго! Не забывайте военмех, гордо несите звание военмеховца!